Среди наших молодых людей, которые привлекались для работы в Сочи, они, естественно, используются нами, потому что это наши соотечественники. Естественно, они приобрели соответствующий опыт работы на Олимпийских играх, и его будут применять здесь. Вот. К нам много, ну, не подавляющее, конечно, большинство, но очень много волонтеров было из России, предложили свои услуги, они там прошли, опять же, очень хорошую практику, естественно, мы этим пользуемся. Более того, мы привлекаем для работы служб, допустим, судейского корпуса, в частности, статистики, мы пригласили большую группу специалистов из России, которые нам будут помогать в обеспечении проведения хоккейных матчей, в частности, вот обработки статистических данных. Это очень сложная работа, поэтому здесь как бы с первого момента можно и не справиться с объемом такой информации, которая поступает в течение хоккейного матча. Вот, на мой взгляд, мы привлекли все то самое лучшее, что у нас есть, и надеемся, этот эффект сработает.